Вы слышали Евангелие от Матфея сегодня, как Господи приступил некий законник, искушая его и спрашивая, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? Господь ему отвечает, заповеди какие соблюди? Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всей крепостью твоею. И ближний, и вторая заповедь, и ближнего своего, как самого себя. Потому что на этих двух заповедях, говорит, весь закон висит. Если не любишь Бога, то ничего не сделаешь, ничего не исполнишь. Будешь что-то, может быть, даже и исполнять, как бы, скажем так, уже по инерции, что надо вроде бы там, что положено. Как спрашивают, а зачем пришли вы креститься? Ну как же, ну положено так, если не крещеный, что, как бусурманин вроде бы. А уж покреститься, это положено, говорит, так покреститься. Зачем идете венчаться в храм? Ну как, как-то это не по-человечески будет вроде бы, если там уж... в церковь не прийти, не повенчаться. Это все так. Но главного-то нет. Если нет общения с Богом, то нет и молитвы, нет. Если нет веры твердой, то и крещение, хотя оно и было совершено правильно и трехкратным погружением, и священник правильно поставленный был. Но если тот, кто принимал это таинство, не имел веры, то говорится, что крещение, оно не совершилось. Видимо, оно как бы здесь совершилось, а на небе его не было, говорит, оно, как скажем, не зарегистрировано там. Потому что человек не верил. Спрашивает, для чего пришла ты креститься? Ну, живу на квартире, бабушка говорит, если покрестишься, то жених тебе попадется, будет не пьяница и бить тебя не будет. Поэтому пришла креститься. Да, это так было, на моей практике так было. Именно так. Другой человек приходит и говорит, батюшка, а я крещеный или не крещеный? Ну, как ты не знаешь? Ну, я был в храме, что-то надо мной сделали, я не знаю. Так я как считать, буду себя крещеным или не крещеным? Вопрос задаю. Начинаю спрашивать, а что было? Да что-то было, говорит, поставили нас, что-то там батюшка что-то читал, что ничего не знаю. Вот. Потом помочил там голову и говорит, ну все, идите, вы крещены. Так я крещенный или крещенный? То есть веры не было никакой, любви Богу не было. А это главное. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью, всей душою твоею. И один из законников, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Опять евангелист представляет новую причину, по которой фарисеям надлежало бы умолкнуть и таким образом еще более обнаруживать дерзость их. Как же это? Спаситель уже заградил уста саддукеев и фарисеев, после этого надлежало бы замолчать. Но вот они опять приступают к нему, опять с прежним злобным намерением заводят с ним спор и посылают к нему законника. Не с тем, чтобы научиться, но чтобы искусить его. И спрашивает, какая первая заповедь? Они знали, что первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав себя самого Богом. И через то нападаст им случай обвинить его. А потому и предложили такой вопрос. Что же отвечает Христос? Желаю показать, что они предлагают этот вопрос, потому что вовсе не имеют любви. Но истаивает от злобы и не давится зависть. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, твоего как самого себя. Почему же подобна ей? Потому что вторая пролагает путь к первой и взаимно поддерживается ею. Ибо всякий, сказано, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету. То есть, если человек злой, то он не может, не любя ближнего, любить Бога. Я люблю Бога, но ближнего своего ненавижу. Там и все. Это неправда, это ложь. Такого не может быть. А что отсюда происходит? Развратились, совершили гнусные дела. Тем же и еще. Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Послание апостола Павла, 1 Тимофею, 6 глава. «И если любите меня, соблюдете мои заповеди», говорит Господь Евангелие от Луки, 14 главе. «И из всех заповедей его главная заповедь – возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Итак, если любить Бога, значит любить ближнего, а любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедь, то истинно сказано, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Аминь. Аминь. Слава тебе, Богу!